Они пришли сегодня, атмосферу навели такую хорошую, что всем понравилось. И я бы хотел, чтобы они чаще приходили к нам. Это очень интересно. И они поделились опытом, что у них было, что они делали, чем занимаются в свободное время. Это интересно очень. Посмотрели, как ребята учатся, чем занимаются, да, какие у них интересные на самом деле. Вот парикмахерская мне понравилась, девчонки, да, вот там ребята занимаются с двигателями, да, для меня это впервые все посмотреть, как они всем этим сварочные там работы делали, да. И хорошую аудиторию собрали, позадавали интересные вопросы по команде, там, как у нас команда живет, чем дышит, да, всех пригласили на хоккей и подарили клюшку за самый интересный вопрос парню. Поэтому ждем всех 25 числа на нашу поддержку, домашнюю серию. Так что всем спасибо. Самый интересный, самый смешной вопрос был, что и залу, и хоккеистам понравился. Мой вопрос, что они едят, почему они такие здоровые. И вот на этот ответ был то, что они с детства тренируются, и у них программа тренировок, что они такие большие. И хоккей – это жесткий вид спорта, им надо быть здоровыми.